Семь уссурийцев в составе сборной края выступили на чемпионате и первенстве по ушу в Москве. За 4 дня приморцы смогли заработать 7 наград, 6 из которых принесли воспитанники спортивной школы нашего города. Серебро и бронза у Ярослава Яхина, 2 бронзы у Павла Пустохина, еще 2 серебра у Константина Мухачева. С каждым годом возрастные категории расширяются в количестве людей. Каждый раз большая, высокая конкуренция. Со всей России съезжается очень много ребят. И причем, ну, ребята очень достойные, да, спортсмены на хорошем уровне. В этом году они впервые провели соревнования, ввели туда категорию мальчики-девочки 7-8 лет. В новой категории Приморский край представлял Константин Мухачев. Для 7-летнего спортсмена это были первые всероссийские соревнования. От этого переживания тренера и одновременно отца юного ушуиста только усиливалось. Но Костя взял себя в руки и принес 2 серебряные медали. Ну, я в мяче немножко потерял равновесие, я немножко волновался. В палке это все было хорошо, но немножко тоже, наверное, где-то пошатался. А вот кулаки мне понравилось больше всего делать. Сейчас начинается подготовка к чемпионату и первенству края. А для Ярослава Яхина, Артема Абдуллина и Артемия Исайкина к летней спартакиаде в Москве. Для старших спортсменов соревновательный сезон уже закончился, поэтому теперь можно больше времени уделить учебе. К примеру, Павел Пустохин в этом году заканчивает школу и усиленно готовится к поступлению. Сейчас в последнее время довольно тяжело, потому что 11 класс, поступление. Вот. Ну а так, если ставить какой-то график, как-то придерживаться его, то никаких сложностей. Также приморские ушуисты выступили на юношеских играх боевых искусств в Хабаровске. Уссурийцы заработали 29 золотых, 16 серебряных и 6 бронзовых медалей. Владислав Нам, Роман Адонин, Телемикс.